Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы находитесь на канале Орхидея Мария. Хочу с вами поделиться радостью. Все уже показывают, рассказывают о том, как появляются цветоносики. И пришло время и моих орхидей радовать меня. Особенно порадовала меня вот эта орхидейка. Ей всего полгода у меня. И посмотрите, какое количество цветоносов она мне выдала. 1, 2, 3, 4, вот тут вот разветвление, 5, 6, 7, 8. И вот здесь вот маленький, хорошенький цветоносик тоже. В общем-то, это мультифлорка белого цвета. Как шикарно она цвела, когда я ее купила. Обязательно ставлю ссылку на это видео, потому что изумительное было цветение, потрясающей красоты, очень-очень пышное. И вот она решила его повторить. Ну, такая красота меня ожидает, что я в полном восторге. Еще одна радость. Настя, смотри, только что подошла, увидела. Это бабочка, которую мне подарила Настенька, желтого цвета. Она мне навыдавала много корешков. И вот я сейчас подошла, думала, корень, но нет. Это, девочки, мальчики, цветоносик. Настюша будет цвести. Еще огромная радость. Это антуриум, не орхидея. Но для меня это новые растения. Посмотрите, появился красный цветоносик. Это будет уже цветение мое домашнее. Потрясающей красоты, наверное, будет. Потому что листья у нее в глянцевой форме сердца этого растения, у него, у антуриума. И, Настенька, покажу тебе твою растюшечку. Это будет Зизу, розовый антуриум. Малышек, посмотри, у нас какие хорошие корешки, все в росте. В общем, чувствует он себя хорошо. Я переживала, так как новые растения, но все хорошо. И вот новый листик тоже, такой блестящий, глянцевый. Ну и надеюсь, что когда-нибудь он тоже меня порадует цветением. И посмотрите, еще одна радость, девочки, мальчики. Помните эту орхидейку? Недавно мы с вами получали, делала распаковку. Это сказка, которая была в тревожном состоянии, но она у меня нарастила много корешков. И вот тут вот в пазухе, видите, цветоносик. Она такая крошечка, малюсенькая. И будет цвести, я просто в восторге. Еще одна орхидея, она у меня без названия. Это был сингала цветочек, и он без названия, очень-очень красивый. И как тяжело было пробиться этому цветоносу, очень толстые стенки листьев. Я думала, он даже не пробьет его, но все он смог. Корней тоже целая куча, листик мы растим. Все в очень-очень хорошем состоянии. Следующая мне радость. Посмотрите тоже. И корни, и новый лист, и цветонос. Это прекрасная бабочка, которая у меня чуть не погибла. Вот здесь у меня было загноение прямо на шее. Я потом отдельно расскажу, что я делала. Вообще без препаратов, можно сказать, справилась. Ну, такой вот был неприятный момент. Однако сейчас она меня будет радовать. Согуюкиданчик. Это белый согуюкидан. Смотрите, один цветонос выпустил. Вот тут вот вторую почку разбудил. Так интересно наблюдать за ними. Второй согуюкидан мой спит. И еще два юкидана у меня. Подошла к своему третьему розовому согуюкидану. Так я радовалась. Но чтоб жизнь малина не казалась, он у меня рухнул. Все это вывалилось из горшка. И вот такой был огроменный лист. Он полностью у меня раздроблен. Восстановить не получится. Придется вот это все обрезать. А вот. Но он растит новый лист. Вот этот тоже он падал. И я надеюсь, вот здесь у нас цветоносик, и он не застопорит его. Очень хочу, чтобы он процвел, потому что красота, конечно, должна была быть необыкновенная. Главное, чтобы ты на меня не обиделся.
Вот. Из приятных новостей. Мой красивый новый тоже беглипчик выдал мне детку. Я этому рада, потому что он по-любому процветет, а деток у меня не так много. И она такая, знаете, жирненькая, хорошенькая. Вообще, я когда увидела, думала, будет цветонос, но когда увидела, что детка, я не только не расстроилась, я очень обрадовалась. Сейчас я вам покажу еще некоторых деток. Это уже крупная довольно-таки детка. Посмотрите, сколько корней, это бабочка. И вот тут вот у нас еще и цветонос. И я, возможно, буду с кем-нибудь меняться, тоже на бабочку, конечно же. Вот, продавать я ее не буду. Хочу поменяться на бабочку. Детка шикарная. Это миди-орхидея розовенькая. Вставлю вам фотку этого растения. Еще одна моя деточка. Кто давно подписан на мой канал, наверное, узнали, кто это. Сейчас я вам покажу. Кто такая осьминожка? Каода Твинкл, да, ароматная красавица. А вот... Тоже посмотрите, какая шикарная. Скоро буду пересаживать, но не знаю, вот что мне делать, честно говоря, потому что она тоже тут решила процвести. Вон какой цветоносик у нас уже. Вот он большой такой. А вот. И хотела ее снять, но теперь вот думаю, может просто пусть процветет здесь. Здесь у нас еще два цветоносика. Она выдала вот здесь один. И вот там вот. Под вот этим листиком тоже второй. Третий у нас вот этот цветонос. Но он с лета и замер. Не знаю, что дальше будет. На таком замершем цветоносе, видите, образовалась детка. Что с той будет детка, тоже очень-очень интересно. Ну, в общем-то, почти все мои орхидеи выдали сейчас цветоносы. Это мой прекрасный бантик Равелла. Тоже с цветоносом. Жирненький такой цветоносик, хочу вам сказать. Прям хорошенький. Тоже умничка моя. И вот очень радует меня моя бабочка, которая в данный момент цветет. И выпустила второй цветонос. Тоже очень приятно, потому что когда два цветоноса, на это очень приятно. Ну и как же не показать вам героиню-мать, у которой 4 детки. Посмотрите, какая лошадушка. Одна детка, вторая, самая маленькая вот эта вот, потому что между двух ей не хватает, видимо, света. И четвертая вот там вот с той стороны, не подлезу сейчас. Смотрите, у нас цветоносик, мощнейшее растение. Тоже, я думаю, что вы догадались, кто это. Это у нас Клеопатра, одна из самых первых у меня. Она появилась, самая что ни на есть классическая. Вот здесь вот она развивает дальше свой цветоносик, будет доращивать и цвести с нового цветоноса. Вообще, конечно... Шикарное растение, мощное, потрясающей красоты, размах листовых пластин красив и само цветение. Ну, в общем-то, и вот тоже, смотрите, цветоносик только увидела. Это вот, кстати, от трипсов. Года полтора назад я отравила. На данный момент все хорошо, слава богу, но было не очень приятно. Справились мы. Так, тоже цветоносик. Вот еще цветоносик, уже такой довольно приятных размеров и толщины. И посмотрите, тут вот Стелленбош, молодое растение, которое было у меня бабочкой. Вот здесь цветоносик и вот здесь цветоносик. Но говорят, что нестабильно у них цветение. Могут один раз процвести бабочкой, второй раз обычными цветами, третий раз бабочкой. Ну, в общем-то, по желанию. Посмотрим, что ты мне в этот раз выдашь. Хотелось бы бабочкой, но все равно это растение красивое. И, в общем-то, даже обычные цветочки будут хороши. А вот Стелленбош пилорик у меня.
который я с вами вместе восстанавливала. Одна из снегурочек с подмороженными корнями, которые были, уже заканчивает свое цветение. На данный момент у меня, кстати, очень мало кто цветет. Но вот надеюсь, тоже он меня порадует. Пока что я рада тому, что он растит листья, корни. Корневая система, кстати, у него шикарно наросла. В общем-то, ну потом будет видео, я уже показывала много раз. Хорошая корневая система, как пруты такие вот шикарные. Отцветает, в общем-то, он уже такое немножко грустное зрелище. На данный момент у меня цветет всего, можно сказать, 3 орхидеи, 4, 5. И два из них дикие коты. Дело в том, что этот сорт вот всем рекомендую от души. Один из самых стойких, я так поняла. Уже все поцветали, а он у меня цветет. Он тоже у меня падал. Было большое такое цветение. Вот здесь вот обломался цветоносик. Но он решил меня порадовать и выдать. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот цветоносик. Вот здесь. Несмотря на то, что он цветет, он будет еще и цвести из этой пазухи. Это мой уже второй, я вам показываю, кот. Он такой специфический, полупилорик, или как, я даже не знаю, кто это. Вот с такими цветочками. Почти все они с мутацией. Вот там вот еще один, более светлый процвел. Он там в зависимости от освещения, он цветет. То более светло, то более темно. Ой, высоко очень стоит, извиняюсь за качество съемки, но вот тоже он стоит и цветет до сих пор. Ну и как не показать свою белоснежную, чистейшую, ароматнейшую фарфоровую орхидею-котлею, которая такой источает аромат, сильный, вкусный, сладкий. С длинной-длинной волной. И он не легенький такой, а прям ощутимый. Вот. Все у нее хорошо. Она до сих пор держит свои цветочки. Умница такая. В этот раз она цветет гораздо дольше. И дождалась моего обзора. Потому что обычно я проворонила, в общем, все свои цветы, которые цвели у меня. И дождалась, пока они все цвели. Не показала вам обзор. Но тоже из-за нехватки времени. В общем, мощная такая красавица, изумительная. У кого нет котлей, хотя бы одну заведите, потому что это очень интересно. Они появляются из чехлов, потом появляются бутоны. Ну, изумительные, конечно, растения. И ароматные почти все. Вот. Благодарю всех за внимание. Остальные не буду показывать вам орхидейки. И до новых встреч. С вами была Мария. Всем пока.